завітала легендарна людина, незламний патріот України Жемчуг Володимир Павлович. Володимир Павлович до 2014 року займався бізнесом у Грузії, а після початку російсько-української війни повернувся в рідну Україну і почав організувати групи самооборони на Луганщині. Як потрапив у полон, як вистояв, і як живе сьогодні герой, я думаю, Володимир Павлович розповість сам. Ще раз там годом подошли, що генерал СБУ Луганської області Пасічник перейшов на большинство своим коллективом на сторону России. Было предательство сплошное в милиции, в СБУ, в прокуратуре. Почему получилось россиянам так быстро захватить Крым и так долго захватывать Донбасс? Потому что в Крыму стояли российские войска. Они ночью сняли с себя погоны, на технике зарисовали опознавательные знаки, ночью вышли из военных частей, окружили украинские военные части и блокировали. На Донбассе у нас не было военной части, даже украинских военных частей. У нас был Луганский военный округ, расформировали в 1997 году. И у нас было там две маленькие части военные. А у них приняли другой, они, россияне приняли другой сценарий. Они начали массово завозить оружие, раздавать это местным уголовникам. И главная цель, чтобы было дестабилизировать ситуацию и брать украинскую власть. Начали каждую антрацит, каждую ночь начали приходить через границу, начали приходить КАМАЗы с автоматами, с пулеметами. После того, как вот с утра Хазин захватил город, деблокировал милицию, он вот этим вот, тем, кто поддержал его, нашим местным, так называемым казачкам, донецким алкоголикам, этим потом пришедшим из добровольцев, так называемым казачеству ростовскому, волгоградскому, он отдавал на откуп город. С чего все началось? После того, как милиция была блокирована, они пошли первым делом грабить банкоматы, банки, отнимать машины у богатых людей, грабить фирмы, которые поддерживали украинскую власть. В городе начались грабежи и бандитизм. Я тогда, в 2014 году, я не думал, что я там какой-то патриот, там, партизан. Никто об этом тогда не думал. У меня жила мама, у меня там жили сестры, у меня друзья там. Когда я увидел из уху в глазах своей мамы, когда вот эти... Днем вроде было все спокойно, а по ночам были вот эти бандитизм, грабежи. Я просто пошел защищать свою маму, своих сестер, своих родственников, своих друзей. Я тогда не думал ни о чем-то, что-то таком великом. Просто хотел поднять народ, что это такое? Бандитизм какой-то. Наших товарищей там, в антраците, в Равеньках, в Луганске начали находить убитых. Сценарий один. За спиной связанные скотчем руки и простреленная голова. То есть я понял уже летом 14-го, что что-то бесполезно, уже поздно. Уже поздно что-то делать, уже власти как таковой уже не было, были только российские солдаты и казачество. Как это? Они все больше и больше набирали свои ряды людей. Казисин, как это выглядело? Казисин приезжал на шахту, на первый наряд утром, и говорил, там, собирал мужиков и говорил, вот у нас есть информация, что завтра, послезавтра в ваш город уже приедут бандеровцы из Киева. Они вот, у нас есть точная информация, вот соберут на площади ваших жен, матерей и детей и начнут резать голову. Сначала отрежут голову вашим детям, потом вашим матерям, потом вашим женам. Вы будете стоять и ждать, вот у меня с собой КАМАЗы с автоматами, берите оружие, давайте встанем против. Кто не будет брать автоматы, берите женские юбки, одевайте женские юбки, идите, вы не мужики. Кто тогда? Много кто испугался, стал на эту сторону, с испуга. Кто-то, да, поверил, в этом прибыло преимущество, что брали оружие и мы. Те, кто не поддерживал, но хотел что-то делать. На человека давали автомат Калашникова, три рожка патронов и цинк патрона на двоих. Начали создавать
Потом они в каждом городе, в каждом поселке казачьи свои там отряды, начали массово завозить туда оружие, тоже создавать оружейки. Ну, эти наши местные алкоголики, естественно, попав в руки такое большое количество оружия, начинали торговать. У нас был богатый край, было очень много предприятий. Добыча угля очень была незаконной, добыча угля, контрабанда процветала, было очень много богатых людей. Добыча песка, древесины, камня, ну, очень много было производств. В принципе, кто хотел работать, все работали. Я, у меня никого не было родственников, я много всегда работал и жил, я считаю, что богато. Мы по области ездили и скупали у казачества оружие. Летом 2014 года автомат Калашникова стоил $200, пулемет Калашникова $300, РПГ стоило $400, СВД 500, пистолет Макарова стоил $700, граната стоила $50, патрон Калашникова стоил до доллара, можно было дешевле. Вот с этого началось наше вооружение, то есть оружие было мало. Я не знаю, сейчас война, как обещают нам ООН, закончится в 2022 году, то я не знаю, как они разоружают там народ. Я гражданский человек. Я служил в Советскую армию. Да, проходил военную подготовку. Но, понимаете, для меня все равно таким барьером было психологическим убить человека другого. Да, это бандиты, оккупанты. Они творили летом 2014 года творили страшные вещи. Ну, богатых в первую очередь тех, кто предприниматели, кто богатых людей, кто поддерживал украинскую власть. По ночам приходили, ломали двери, отнимали все, что есть, пытали. Тогда еще летом 2014 года работал нотариус. После пыток утром привозили человека в нотариус, он подписывал у нотариуса документы отдашные на машины, там, на имущество, на там, фирму, если у человека было. А потом его вывозили под антрацитом, там у нас есть старый колгосп, силосные ямы, и там расстреливали человека и закапывали, чтобы он потом не пошел, не аннулировал эти все доверенности и дарственные. Вот такое у нас творилось. Я, не знаю, может быть, я такой правдолюбивый, я такой был прямой с детства, и мы вот такие люди начали объединяться и что-то делать. С чего началась наша партизанская война? Все простые люди, большей частью, сидели и ждали, что как это, там какая-то кучка, 50 человек, там 100 человек с автоматами захватили город. Это какой-то был фильм ужасов, никто не мог поверить. Думали, да как это закончится завтра, там, послезавтра, придет там, полиция, армия, там, СБУ и наведет порядок. Но пришел день, не пришла армия, пришла неделя, прошел месяц. Украинская армия пришла к нам только в августе 2014 года. Когда украинские танки подошли к нашему городу, эти казачки, так называемые, когда увидели танки БТРы с украинскими флагами, потихали сразу, это так, защитники, эти, так сказать, армия, все поубежали. И в тот день, уже ночью, от границы с Россией до Красного Луча 80 километров. В тот день уже пришли уже регулярно российские войска, пришли уже танки, БТРы, ураганы, пришла чеченские батальоны, пришла рязанская десантная дивизия, тамбовская десантная дивизия. Начались бои с украинской армией. Украинская армия что представляла в августе 2014 года? Это пацаны 19-20-летние срочной службы. А те были мужики, пришли там, 30 лет, 40 были, очень многие говорили, что прошли по две чеченские войны. Естественно, украинская армия несла потери. Вот этот психологический барьер, который я переступил, что меня подтолкнуло нажать на курок и убивать российских солдат, это то, как я увидел, когда начались бои, убитых украинских пацанов. Чеченцы шли, бои шли днем и ночью, шли на окраинах города, среди мирного жителей никто не смотрел. Мирные жители, это украинская армия, да, у нас АТО, заставляли как-то становиться на окраинах города, а те россияне, они заходили в город, ставили свои пушки между домами,
Очень много было конфликтов с местными, что, что вы пришли тут, поставили пушку. Сейчас же все понимали, уже сейчас начнут стрелять в ответ, а тут дома, мирные жители. Очень любили вот эти вот площадки, грады российские. Вот в каждой школе такая, ну, где площадка асфальтированная, где вот собирается. И им нужно было град поставить так, чтобы пламя летит, чтобы ничего, ну, рядом ничего не загорелось и не зажгло потом машину. Это вот такие площадки возле церквей, возле школ, возле учебных заведений. Ставили и стреляли в сторону украинской армии. В ответ прилетали тоже в ответ снаряды. Ну, армия, война есть война, тебя стреляют, сейчас мне должно защищаться. Стреляют в ответ. Сразу стояли эти журналисты российские, именно Life News, сразу фотографировали, что вот смотрите, стреляют в ответ именно по церквям, по школам. Украинская армия несла потери, чеченцы фотографировались на фоне убитых украинских солдат, смеялись, мы все это видели, забирали у украинских солдат оружие, документы и запрещали нам хоронить украинских солдат. Мы по ночам, ну не хоронили, мы просто по ночам закапывали их вдоль дорог там на окраинах города, чтобы просто ночью дикие животные ели трупы, была страшная жара в 2014 года. И после того, как вот это все я увидел, хоронили украинских солдат, вот у нас уже никого не стало, никакой, знаете, там, психологического барьера. С чего все начиналось? Мы, когда вот двигалась российская армия, они выбивали украинскую из какого-то поселка или города. Город отдавали на разграбление казачеству, там вот их уже очень много было российских казаков. Ну, они как же, банкоматы, банки, фирмы, машины грабили, а российская армия остановилась по окраинам города. С августа, с мая 2014 года все заставляли местных носить паспорт и смотрели прописку, кто ты, откуда, если с пропиской с местной, проходили. Мы брали, хитрость такую применили, мы брали сигареты, пиво, приходили вот этот на окраинах городов, в этих их военные городки, ну, типа, говорили, мы местные жители, вот, пришли нас защищать, спасибо, вот, сигареты, пиво. Но основная наша цель была посчитать технику, посчитать количество солдат, посмотреть расположение секретов, там, караулов. Данные о военных мы передавали украинской армии, а зная караулов, мы там родились, это наша земля, знали все речки, там балки. Мы ночью подходили с безопасного места, выстреливали в сторону палаточного лагеря по 2-3 обойки с автоматов и убегали. Вот с этого в августе месяца 2014 года началась наша партизанская война. Нас было немного, очень, ну, мало людей, кто не побоялись взять руки оружия. Подпольщиков было очень много до сих пор, которые просто сообщают разведданные о передвижении российских частей, численности до сих пор. А, ну, я помню разговор в 2014 году, товарищи мои говорили, там, ну, в разных городах я собирал ячейки, там, пытался что-то организовать, и мне говорят: Владимир, куда ты нас толкаешь? У нас страна боится объявить войну, а ты хочешь, чтобы мы, гражданские, взяли незаконно, получается, в руки оружие, незаконно выносили приговоры гражданам России, незаконно, получается, наносили ущерб гражданским и военным, и государственной собственности. Нас же, сейчас Украина вернется, нас посадят, ну, там, типа вот незаконно. Незаконное вооруженное формирование. Но я говорю, что, ну, а что делать? Вы видите, они пришли незаконно, грабят, убивают. Что нам делать? Надо что-то делать. Ну, нельзя просто так вот это все допускать. Так вот мы воевали 14-15 год. Собирали места боев в Зеленополье, под Краснодоном, под Снежным. Очень много было разбитых конвоев военных, снаряды разбрасывало по большой территории. Мы собирали эти мины, снаряды, делали из них фугасы, взрывали, потом ставили их на дорогах, как по ночам через границу шли российские танки. БТРы мы ставили фугасы, взрывали их коммуникации, с которой обеспечивают их военные части, занимались ликвидацией российских солдат. Ну, в 2015 году при выполнении партизанского задания, а именно подрыв линии электропередач, которая снабжала военный аэродром Луганский. В Луганске у нас два аэродрома. Один гражданский, который защищали в том числе и черниговские ваши ребята. А там есть еще второй, ну, это советское высшее училище штурманов авиации.
оно было закрыто, но военный аэродром остался. И россияне сразу захватили его там еще в мае 14-го, там до сих пор находится штаб военной разведки ГРУ Российской Федерации. И нам надо было взорвать немножко передач, чтобы они ночью не смогли перебросить самолеты туда. Рассказывали уже тогда по телевидению, что вот там был музей, типа вот местные жители восстановили там экспонаты советской военной техники, и теперь у ЛНР появилась своя авиация военная. Но это было неправда, мы знали, что наши подпольщики сообщали, что все шло к тому, что ночью точно так же хотели перебросить авиацию, и потом рассказывали, что появилась авиация. Я заминировал НДК передач, она взорвалась потом на следующий день, а сам возвращался в Луганск, это места, где находился рядом Луганский аэропорт гражданский, там до сих пор много заминированных полей, и до сих пор не разминированы. И я наступил на старую растяжку, я не сориентировался, не успел как бы зацепился ногой, услышал хлопок детонатора. 2 секунды, 3 секунды дается, я успел только закрыться руками, все, прогремел взрыв. Ну, я остался чудом жив, выполз на дорогу, меня подобрали, слышали взрыв, подобрали российские военные, отвезли меня в больницу, мне сделали много операций, ну, руки не являются жизненно важным органом, сделали операции на голове, на животе, началась гангрена и мне ампутировали руки. Потом они на следующий день здоровался мне передач, они рядом нашли следы крови, поняли, что я к этому имею какое-то отношение. У меня был смартфон, в смартфоне нашли программы, которые заподозрили, что я имею отношение к Украинской армии. Ну и все, и начались допросы, еще в реанимации. Между операциями я отходил от наркоза, начались допросы. Я выдумывал там разные сказки. То, что вы видели в фильме, еще до моего освобождения рассказывали, да, и украинская сторона тоже не признавала то, что я там партизан, подпольщик, никто не говорил открыто, кто я, что я. Ну, естественно, когда к вам в дом вломятся бандиты и будут говорить, где у вас драгоценности, где ваши там дети, естественно, первую никто не будет этого признавать, так и мы, никто ничего не признавал. Нет, я был просто мирный житель, я просто был, поехал там возить маму, вещи, а то, что я, чем я занимался, никто этого не говорил до момента моего освобождения. Все было рассказано уже после. Но и большую часть все равно называть какие-то там фамилии, даты. Сопротивление на оккупированной территории продолжается. Если у кого-то есть вот Facebook, можно посмотреть такие вот странички, как «Луганщина», «Украина», «Донбасс Резистенс», «Луганский партизан». Там до сих пор освещается ситуация вот такая реальная на Донбассе. Война, что Россия до сих пор говорит, что нет, Путин говорит, просто украинцы наши братья, мы ничего не имеем против. И как просто мне вот родил нашему кровь там, и видим, что как эти братья наши, хотя я сам русский по национальности, эти братья наши убивали наших украинцев, прячась за спинами матерей, жен и детей наших гражданских, стреляли, прячась всегда, трусливо. Для меня вот это просто непонятно. Я просидел год в плену, какую-то часть сидел в больнице, потом меня посадили в луганскую тюрьму, меня ослепшего, без рук, больного, с гноящимися ранами. Но они хотели меня в мае месяце 16-го года меня и Надю Савченко хотели поменять на вот этих двух офицеров военной разведки, которые под Луганском раненых арестовали. Но у них получилось выторговать, и не одну Надю Савченко поменяли на этих двух грушников. Я помню тот день, через два дня после отмены Савченко, радио у нас было в палате, я слушал радио, что Савченко отменяет. Помню, пришел этот ФСБшник, мы на Донбассе, там большую часть в городах говорим на русском языке. В поселках еще там говорят украинскую мову, сейчас в целых украинская мова залишилась.
А эти люди, они говорили тоже на русском языке, но было понятно, что они не местные. Они знали, как окали, ахали, там, тянули слова. Было, хотя и было слепше, но я понимал, что это не местные. Я понимал, что это сотрудник какой-то там российской спецслужбы. И он сказал мне, что ты нам больше не нужен. Все, как мы тебя тут в больнице под охраной держали. Но у тебя есть один способ сейчас выжить. Ты должен встать на колени и на камеру российского телевидения сказать, что никакой ты не патриот, ничего ты тут не защищал, а тебя просто там силой заставила украинская власть, или там тебя подкупили, думаешь, что сам тебе, как лучше тебе сказать, и все, тогда ты останешься жив. А если нет, ты нам не нужен, вот мы тебя в тюрьму посадим, изменишь там туберкулез, гепатит, волчанка, раны у тебя наящиеся, сдохнешь. Пусть будет так, я назад не отступлю. Меня посадили в тюрьму с уголовными заключенными в камеру. Конечно, была жесть. Сильно увидели там на видео, я лысый подстрижен на лысо, потому что у меня начали в шипах появились там, болезни, в общем, было тяжковато. Но каждый месяц приезжал сотрудник ФСБ, меня выводили на допрос и спрашивал раз в месяц, ну что, ты не передумал? Тебе нравится здесь? Я говорю, я не передумал. Ну, так как вообще меня уже. Здоровье я уже потерял, а имя пусть мое останется моим детям, честно. Меня обменяли на двух офицеров СБУ, предателей Украины. После освобождения меня лечили, меня отвезли в Германию, мне помогало украинское правительство, мне помогло немецкое правительство, меня очень серьезно лечили в Германии, полгода я провел, мне сделали протезы, мне восстановили зрение, не полностью, но я могу самоориентироваться. Много сделали еще операций на теле, осколки удалили, и я говорю сейчас, я не могу воевать больше с Россией физически. Я буду продолжать воевать с Россией идеологически и информационно. Меня после, когда я поехал в новые силы, я начал работать с молодежью, начал рассказывать молодежи про войну, что такое, как это получилось на Донбассе, почему это на Донбассе получилось, почему это получилось в Крыму, что этому предшествовало, как было вот эти вот, на самом деле, вот эти фейковые референдумы, так называемые. Я все это видел, как это все происходило. Это все спектакль постановочный. Я на сегодняшний день продолжаю. Нет, на сегодняшний день я был предпринимателем до 2014 года. В принципе, жизнь у меня нормальная, я имею право себе позволить не работать. И я решил посвятить свою дальнейшую жизнь своей работе для Украины, чтобы Украина жила точно так же, как в Европе. До войны я много объехал по миру до войны, я был в Европе, и нам все время в советское время рассказывали, что мы тут самое лучшее, а у них там загнивающий Запад. Поверьте мне, что нам, если бы мы давно еще в 91 году пришли, вот на, как сделала Польша, там, Болгария, балтийские страны, мы жили уже намного лучше. Не было и войны бы у нас давно, если бы мы подписали ассоциацию с Евросоюзом. Согласился быть доверенным лицом Петра Алексеевича Порошенко, потому что я в первую очередь увидел, что в 2014 году было очень страшно. Я видел, как в Луганске в 2014 году большая часть власти перешла на сторону России. Какая-то часть была подкуплена, да, за деньги. Большая часть, мы просто испугались России. Просто понимали, что Россия – это мощная сила, всех снесет. Видели, как всех, кто поддерживал Украину, грабили, убивали. Был большой страх. Таких людей, как я, которые не побоялись, было очень мало. И Порошенко в 2014 году не побоялся. И возглавил. Тогда в 2014 году в той ситуации страшновато было. Вы, если помните, такие страшные смерти, допустим, вот в Орловке рыбак, это председатель районной администрации, которого жестоко пытали за то, что он поддержал Украину.
сколько предприятий было вот в Луганске, Полипак, Ластович, были те руководители, которые поддерживали Украину, просто разграбили, порезали, вырезали оборудование, вывезли в Россию, казачество грабило просто эти предприятия, банкротило эти фирмы. Человек не побоялся вот этого убийства, грабежей своих предприятий, потому что, ну, все мы знаем, Путин же объявил, что, ну, тут под Днепр. Под Днепр и до Одессы. Это будет эта всякая там Новороссия, Малороссия, там придумали. Нет никакой Украины, нет никаких украинцев у нас. Вот это Новороссия какая-то. И не побоялся встать против России. И я поддерживаю за это. Он близок мне по духу. За эти годы я как руководитель, ну, я знаю, как работают предприятия, организовываются какие-то процессы общественные, коммерческие, производственные. Я знаю, что на это надо, сколько надо потратить времени, сил, финансов. Я понимаю, что 4 года, 5 лет – это, ну, не срок для каких-то больших глобальных реформ. Я хочу сказати, що Володимир дійсно дуже мужня людина, дуже мужній чоловік. Було дуже важко, коли він був у полоні. По-перше, я не знала, чим він дійсно займається там, коли їздить туди. Я думала, що він допомагає нашим рідним, друзям, ліки, гроші. Володі там призначили адвоката. Мене дуже жаліли друзі і казали, що як нам тебе жалко, чому вони не жаліти? Ви розумієте, що найчастіше це зараз йому там. Він сліпий, без рук, ще з проблемою, інше поранення, і він там вистоює. Я добре це знаю, тому що мені дзвонить адвокат і каже: «Олена, понимаєте?» На російській, «Єлена Івановна, вот я не знаю, что с вашим Владимиром делать, потому что он до сих пор, вот к нему приходим и говорим, отказываясь от своих вот позиций украинских, там, украинского мнения, а он до сих пор говорит: нет, это российские оккупанты, и я буду с ними бороться, и бороться бы, даже если бы знал, что со мной произойдет». Я, конечно, ухала-ахала, а сама думала: «Господи, слава Богу, что ты дал ему силы, терпение, что он может вот так словами даже выстоивать свое мнение». И я, вы знаете, очень доверяю своему мужу. Доверяю его позиции, доверяю его мнению. Общаясь, вот он сегодня проговорил вам, почему он решил стать доверенным лицом Порошенко. Вы знаете, вы действительно, вы счастливые люди, что у вас здесь нет войны. И что Порошенко взял на себя обязанность. Он, конечно, может быть, горячился и говорил, что это за полгода, да, закончит войну. Он не понимал еще до конца, наверное, что такое российская агрессия. Вы сейчас... Российская подлость. Да, и российская подлость. Мы не успели вам показать один ролик, как при освобождении Владимира британский журналист, российский пропагандист просто давил психологически на Володю, когда его освобождали. И он говорит, что он в той Украине уже не нужен. Вот кому ты нужен, слепой? А он говорит: я еду домой, я дома, я украинец, я еду домой, я нужен Украине, я нужен своим родным. И действительно, он нужен вам, потому что он делится своим опытом и знанием. Вы счастливые люди, что сюда не пришла война. И я вам от всего сердца желаю, чтобы к вам никогда не пришла война, чтобы вы могли стоять на рубеже своей громады, своей области, своей страны, и не допустить сюда врагов ни с какой стороны. Ну, а я, в свою очередь, верю в Петру Порошенко, что он действительно за Украину. И не даст России сюда клеиться. Вот это для меня очень важно. Я хочу вернуться на свой Донбасс. Я хочу поклониться могилам своих родителей. Я в это верю, что я там буду. Спасибо вам огромное.